Когда спросили украинских заслуженных, хотите ли заработать деньги? Конечно, хотим заработать. Но нужны списки украинских артиллеристов. Попросили 3 часа, через 2,5 уже отдали. А потом, правда, полчаса бегали, а может накинуть, накиньте за быстроту. Ну, мы накинули, такие люди нужны. Я даже больше скажу, знаете, сколько стоит попасть служить в Украине на блокпост? Ну, допустим, 50 тысяч долларов. Вот, которые стоят в КПП на разделительной полосе, вот со стороны Украины, это место покупаемое. Вот они покупают должность начальника поста, там, который вообще разрешение там находиться, таможне, там, своим погранцам, и за это будет 50 тысяч долларов. Я вам сейчас расскажу одну страшную историю. Не то, что зарабатывают, там много зарабатывают. Я не помню, где этот был бой, это мне рассказали, по-моему, это было в районе Промки. Когда очередной раз украинские военнослужащие понесли потери, на одном из убитых зазвонил телефон. Один из наших бойцов его поднял, и звонила мама этого бойца. И которая сказала, сын там заборы, вообще донецким ребятам не надо за словом в карман лезть. У нас нормально. Он сказал, что ваш сын уже в холодильнике приедет. Они посылают свои сыновей на войну, чтобы взять норковую шубу, золотые сережки, унитаз хороший, плитку. И самое главное, градки на могилке они тоже забирают, гранитные памятники. И мама попросила у сына, чтобы он украл или забрал у местных жителей холодильник и привез в Западную Украину. Ну, что ему сказать? Вы думаете, не продадут планы генерального штаба? Продадут.